Я услышала взрыв, когда лежала на кровати. Я подумала, что это сначала где-то вне дома, но потом я услышала крики людей и детей, и очень запахло газом. Потом мы вышли в подъезд с молодым человеком, очень сильно пахло газом, начинают подъезжать скорые, пожарные, потом приехала полиция. Мы просто собрали вещи, взяли кошку, вышли из квартиры и все. А вы на том же этаже, что соседи, вы знаете? Мы живем на первом этаже, соседи, к сожалению, не знаем. А соседи с какого этажа, они в курсе? Скорее всего, ну, по звуку это было где-то невысоко, может быть, этаж третий, четвертый, где-то так. Это один хлопок и все, и потом да, уже крики, да? Да, да. Понятно, спасибо. Да.